Ирина Буйволова, украинская художница. Пишет в стилях реализм, гиперреализм и абстракционизм. Большая часть ее работ выполнена маслом на холсте. Любимая тема – цветы и пейзажи. Старается в своих картинах передать многообразие окружающего мира. Сама она говорит: «Я надеюсь, что мои картины позволят зрителю увидеть красоту в этом мире». Ее работы можно найти во многих галереях и в частных коллекциях в разных странах мира.